Здесь нет одежды из ведущих брендов, но зато каждая вещь с добротой и от чистого сердца. Благотворительный магазин «Мистер Спасибо» нацелен на свою нишу покупателей. В основном сюда за женской, мужской, детской одеждой и обувью приходят многодетные малоимущие семьи, а также те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Самая минимальная цена на товар составляет 50 рублей. «Мистер Спасибо» существует с 1 октября. Его владельцы – молодая семейная пара. На вопрос о том, зачем им такой бизнес, шутя отвечают, что это их предназначение. К тому же имя одного из директоров в переводе означает «благодать». У нас есть склад, на который привозятся вещи. Они там сортируются. Очень много вещей, конечно, уходит. А с кем вы еще сотрудничаете, да? То есть... Красный Крест, потом мы сотрудничаем с Алые Паруса, это несовершеннолетние, там детки от 3 до 15 лет. Отдать вещицу из гардероба может любой желающий, придя в магазин или опустив специальный бокс. Коробки установлены в 3 крупных торговых центрах города. Многодетная мама Марина Пастушкина – постоянный покупатель и долгожданный гость в магазине. Женщина одевается здесь сама и покупает вещи для всей семьи. Много людей по собственному опыту, по общению, я знаю, находятся в трудной ситуации. К тому же по большому количеству детей все-таки их нужно одевать, их нужно растить. Отсюда мы можем вещи принести там, так, те, которые нам стали маленькие, и, соответственно, обменять их на те, которые нам уже более-менее подходят по возрасту. 1 по 3 декабря в благотворительном магазине пройдет акция. Любую понравившуюся одежду раздадут бесплатно. Мы раздаем данные вещи. Вещи деткам, взрослым, обувь, вещи по сезону, которые вот сейчас. Но у нас условия акции, что мы даем в одни руки по справке, либо по документу не более 3 вещей. То есть, если придет, например, семья из 5 человек, то есть на каждого члена семьи по 3 вещи. Подобная акция для торговой точки первая. Планируется, что в следующий раз ее повторят уже после Нового года. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.